здесь только один житель Подмосковья, города Дмитрова. Все остальные прибыли с Алтайского края, с Сибири. Очень много здесь, 7 человек, с Волжской земли. Всего здесь похоронены 40 человек, все участники Великой Отечественной войны. Они защищали подходы к Москве и умерли от ранений в госпиталях Реутова. Еще несколько лет назад здесь был скромный обелиск, сейчас целый мемориальный комплекс. Вот эта память этой победы, которая живет в сердцах каждого из нас, каждой семьи, именно она объединяет нас и помогает нам перед лицом всяких трудностей победить. Школьники, ветераны и представители администрации приходят сюда ежегодно накануне праздника. Цветы к братской могиле – это не просто долг памяти, это напоминание о том, какой ценой далась победа и важная часть патриотического воспитания. Ученики 6-й школы ухаживают за этим захоронением. Благодаря им в Реутове стартовала акция «Лента памяти». Ее подхватили все школы города. Стали записывать воспоминания ветеранов на видеокамеру, чтобы эти воспоминания остались далее нашим детям, нашим внукам. И о нас написали в газете. Видеоматериалы о живых свидетелях и участниках Великой Отечественной уже передали в городской музей. Память погибших, собравшиеся, почтили минутой молчания.